шақырамын. Ибрахим пайғамбардың дұғасында айтылғандай, Алла Тағала елімізді құтты, берекелі, тыныш мамыражай мекенге айналдырғай. Ал халқымыздың Алла Тағала рызық несібесін мол етіп, елімізге амандық, жерімізге тыныштық берсін ағайын. Алматы сияқты әсем қаланы бүлдіруге жол бермейік. Толқыған жұртқа қалалық Қазақстан халқы ассамблеясының өкілдері де басу айтуда. Қоғам қайраткерлері арандатушыларға жол бермеуге шақырып жатыр. Бұндай мәселені тек қана тілдесу арқылы, сөйлесу арқылы стол басында шешу керек екенін біз жақсы түсінеміз. Сондықтан соған шақырамыз халықты. Тыныш сақтайық азаматтар. Ойланыңыздар. Әрқайсыңыздың үйлеріңізде балаларыңыз бар, немерелеріңіз бар. Сондықтан осы балаларымыздың, немерелеріміздің, туған туысқандарымыздың, достарымыздың, халқымыздың амандығы үшін барынша тәртіп сақтауға тырысайық. Қадірлі көрермен, бірлігін тірлікке балаған бейбіт елдің тыныштығы қашанда маңызды. Тәртіпсіздіктің соңы қаланың қирауына, дүкен және әлеуметтік нысандардың тоқтап қалуына әсер ететінін ұмытпайық. Орын алып жатқан соңғы жағдайлардың барлығын ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев жеке бақылауына алып, жұрттың тыныштығы маңызды екенін тілге тиек етіп, көпшіліктің талабын оңтайлы жолмен шешуді ұсынды. Түрлі тұстан түртпектеп жатқан арандатушылыққа алынбай, ақылға салуды жолдап отыр. 30 жыл тәуелсіздік тарихы бар егемен елдің бүлікке салынбағаны, ашуға алынбаған абзал. Ардақты ағайын, жаңалықтардан шыққан барлық материалдарды YouTube арнасындағы Алматы TV News парақшасынан таба аласыздар. Здравствуйте, в эфире телеканал «Алматы» и специальный выпуск новостей в студии Диас Махамбетов. Касым Жомарт Тоқаев сегодня провел совещание с членами Кабмина и назвал виновных в массовых протестах по стране. По словам президента, вина за демонстрации, которые вылились в беспорядки, лежит на правительстве, в частности на Минэнерго, а также компаниях «Казмунайгаз» и «Казахгаз». Как сообщил глава государства, на фоне происходящего премьер-министр подал прошение об отставке. Касым Жомарт Тоқаев также раскритиковал ход реализации своего поручения по ускорению строительства нового завода, производящего сжиженный газ в Мангистауской области. Во-первых, я одобряю комплекс мер, предложенных правительственной комиссией по Мангистау. Во-вторых, поручаю антимонопольному органу в соответствии со статьей 119 предпринимательского кодекса ввести временное ценовое регулирование на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года. В-третьих, поручаю правительству перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи. В этот период следует тщательно подготовить нормативно-правовую базу, обеспечить прозрачную работу торговых площадок, внедрить механизмы ограничения резкого роста цен. Президент также подчеркнул, что политическое, социальное и экономическое устройство нашего государства останется неизменным. В завершении Касым Жомарт Тоқаев поручил ввести регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель, приступить к разработке закона о банкротстве физических лиц, рассмотреть необходимость введения моратория на повышение тарифов для населения и создать общественный фонд народу Казахстана. Сегодня же Касым Жомарт Тоқаев принял отставку правительства. Текст постановления опубликован на сайте Аккорды. Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Алихан Смаилов. При этом члены Кабмина продолжат работу до утверждения нового состава. Касым Жомарт Тоқаев также назначил Ерлана Карина госсекретарем, освободив от должности помощника главы государства. А вот Мурат Нуртулеу теперь будет первым замглавой КНБ. Ранее он был замруководителя администрации президента.
В Алматы и Мангистауской области введен режим чрезвычайного положения. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев, сообщается на сайте Акорды. Особый режим будет действовать с 5 января до полуночи 19 января. Такое решение глава государства принял для обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка на фоне обострения ситуации. В Алматы введен комендантский час. Свободное передвижение ограничено с 23:00 до 7 часов утра. Создана городская комендатура во главе с начальником департамента полиции Канатом Тимирденовым. На весь период действия ЧП введены ряд мер и временных ограничений. Усилена охрана общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта. Будут проверяться документы, удостоверяющие личность человека. Проводится личный досмотр и досмотр транспорта. Ограничен въезд и выезд из города. Под запретом все массовые мероприятия и забастовки. Вместе с тем запрещена продажа оружия, боеприпасов и не только. Подробнее с указом о введении режима ЧП в Алматы можно ознакомиться на сайтах Акорды и телеканала Алматы. Вслед за Алматы и Мангистауской областью президент страны ввел режим ЧП и в Алматинской области. С сегодняшнего дня там действует комендантский час с 23:00 до 7 часов утра. В области также усилят охрану особо важных государственных и стратегических объектов. Действует запрет на массовые мероприятия и продажу оружия. Ограничено передвижение людей и транспорта. Между тем, комендатура города обратилась к алматинцам. Они просят автовладельцев планировать маршруты в объезд улицы Тулеби, проспектов Абая и Рымбека, а также центра города. Рекомендуется воздержаться от прогулок и посещения общественных мест и опираться только на достоверные источники информации. Эти меры продиктованы вашей личной безопасностью, говорится в сообщении. В Алматы акция в поддержку протестующих в Мангистауской области превратилась в настоящий акт вандализма. Мародеры, воспользовавшись волнениями, начали уничтожать все на своем пути. Это магазины, банки, рестораны и другие объекты, расположенные по улице Абая. В заведениях выбиты окна, внутри сломана мебель и посуда. С утра местные предприниматели подсчитывают убытки от нашествия митингующих. День и ночь вот помародерствовали здесь. Видите сами, что творится. Узнал ночью, приехал рано утром. И вот обнаружилось вот это. Все, наверное, да? Ущерб, да, очень большой, конечно. Всю мебель переломали. Из мебели мебель вытаскивали на дорогу, делали баррикады из мебели, короче. 4 позвонили сюда, сказали, начался разгром. Приехал сам в 8 часов, потому что все это... недоступно, перекрыто было. И вот картина. Рядом тоже вот Каспий банк, тоже все разбито. И все. Комментариев нету, no comments. В Алматы продолжают подсчитывать ущерб после ночных беспорядков. Всего было сожжено и разбито 33 спецмашины. Из них 16 полицейские, 7 скорых, 2 пожарные машины, 7 грузовиков и 1 бензовоз. Сгорели также 2 модульных поста полиции. Всего мародеры повредили около 300 предприятий, в том числе магазины, общепиты и офисы. Такую информацию предоставили в городском департаменте полиции. Сегодня же стало известно о задержании директора газоперерабатывающего завода в Жанаузене. В агентстве финансового мониторинга сообщили, что глава предприятия Накберген Тулепов поднял цену на газ без причины. В отношении него проводится досудебное расследование. Напомним, завод «Казахгазондеу» обеспечивает сжиженным газом значительную часть республики, в том числе и Мангистаускую область. 7 человек остаются в реанимации, в том числе 4 сотрудников правоохранительных органов после митинга в Алматы. Их состояние тяжелое, но стабильное, без ухудшений, сообщает в профильном ведомстве. За их жизнь сейчас борются врачи. Больше всего пострадавших, а именно 19 человек, поступило в центральную городскую клиническую больницу. Общая обращение 54 было, разные травмами. Основной нейрохирургический. Сотрясение головного мозга. Общие госпитализированы 19, из них 17 нейрохирургические. Двоих госпитализированы в реанимацию. Всего по данным городского управления общественного здоровья сообщают, что в медучреждение Алматы обратились 190 человек. 40 из них пришлось госпитализировать. Всего пострадали 137 полицейских и 53 гражданских лица.
связи с последними событиями в стране известная народная артистка Казахстана Бибигуль Тулегенова обратилась к казахстанцам. Она призвала сограждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Мне очень грустно от того, что наша молодежь не понимает, что палками и драками ничего добиться нельзя. Не надо идти на поводу провокаторов. Надо делать все с умом и быть очень терпеливыми в любом сложном деле. Я понимаю, сейчас очень сложное, трудное время. Но за 30 лет было и так сделано много. Но я понимаю, что на все сил не хватает. Надо быть терпеливыми. Уважаемые алматинцы, не поддавайтесь на провокации, не прибегайте к насилию и уничтожению чужого имущества. Это нарушение закона мира и стабильности. Именно в такое трудное время, когда на нашу долю выпало испытание, мы должны проявить единство и сплоченность. Это наш любимый и родной город, поэтому мы должны его защитить и сохранить. Проявите благоразумие. Наше светлое будущее в наших руках. На этом пока все. Не переключайтесь. Встретимся в самое ближайшее время. Еще больше информации на сайте almaty.tv, YouTube-канале Алматы ТВ Ньюс. Уважаемые алматинцы, от имени Ассамблеи народа Казахстана обращаюсь к вам с просьбой сохранять спокойствие и благоразумие. В нашем обществе нет неразрешимых вопросов, но если какие-то вопросы и возникают, то решать их надо в спокойной, взвешенной обстановке. Мы имеем много примеров, в том числе на постсоветских территориях постсоветских республик, когда необдуманные действия привели к ухудшению экономической и социальной ситуации в стране. Сейчас прежде всего необходимо всем остановиться, успокоиться, всем заинтересованным сторонам сесть за стол переговоров и прийти к общему благоприятному решению. Ради блага наших семей, детей, внуков, ради спокойствия в нашей стране, я призываю всех совершать только обдуманные действия, руководствоваться исключительно официальной информацией и не поддаваться на провокации. Спасибо. Құрметті алматылықтар, біз сіздерді қазіргі болып отқан тәртіпсіздікке байланысты арандатушылықты болдырмауды, тыныштық сақтауды, бейбітшілікті сақтауды шақырамыз халықты. Сондықтан мынау еліміздің тыныштығы, қаламыздың тыныштығы біздің Қазақстан азаматтарының болашағы деп білемін. Сондықтан кезгіген тәртіпсіздік, кезгіген жөнсіздік келісім арқылы шешілетін, стол басында тілдесу арқылы шешілетін сіздер жақсы білесіздер. Сондықтан сіздерді баршаңызды арандатушылыққа бармай, келісім арқылы, тілдесу арқылы, стол басында шешуге шақырамын. Сондықтан арандатушылыққа жол бермейік ағайындар. Қымбатты отандастар, еліміздегі ахуал өте күрделі. Менің осыған дейін жасаған бірнеше үндеуіме қарамастан, өздерін